Приветик всем, ребята, Кента ПК на проводе. И, ребята, как обычно, перед началом моего крутого видеоролика будет розыгрыш на 1000 БС голды. И чтобы получить, вам, ребят, необходимо: первое, поставить огромный лайк. Второе, подписаться на мой канал, ну, нажать на красную кнопочку. И третье, написать хороший комментарий. Ребят, ну капец как просто получить 1000 БС голды, и из-за нее можно выиграть керамбит, гуднайф или еще какой-то крутой нож. Всего лишь-то, ребята, лайк, подписка и комментарий. Ну что же, а мы продолжаем дальше. Здарова всем, ребята, и сегодня мы будем искать блок Strike 2.0 в Play Market. Так что, ребята, ставьте лайк и не жлобитесь. Поехали. Ну что же, дети, вы готовы? Я не слышу, вы готовы? Да, все готовы, ребят, все, пишу Block Strike 2, и мы находим. Так, ну, на первом месте Block Strike обычный, на втором месте Fun of Guns, на третьем месте вообще какая-то дичь, на четвертом месте Block Gun, это, ребят, короче, игрушка для трехлетних, и вот уже на пятом месте Block City Strike 2. Вы спросите, Кента ПК, а почему же ты решил, что именно это Block Strike 2? Ну, потому что если убрать слово City, то, ребят, получится Block Strike 2. Ха! Железная логика, да? Ну что же, поехали. Ну а если серьезно, ребят, мы все прекрасно понимаем то, что это не Block Strike 2.0. Хотя, стойте. Или не все, давайте почитаем немножко комментарии. Это не Block Strike 2.0, и это не TikTok создал. Конечно, это создал не TikTok, потому что TikTok и я, и некоторые другие люди создавали игру Fun of Guns. А это Block City Strike, это совершенно другая игрушка. Читаем следующий комментарий. Вообще-то, разработчик TikTok и его помощники, так что обращайтесь к ним. Ох, блин, вы приколисты. Читаем следующий комментарий. TikTok, ты лучший блогер по Block Strike. Да камон, ребята, это не Block Strike, алло. И самое смешное, при чем тут TikTok? Игра создавалась в Вьетнаме. И черт возьми, TikTok каким боком к Вьетнаму? Ребят, я уже, наверное, минут 10 жду, пока игра загрузится, но она зависла, да? Знаете, вот у меня такое ощущение, что разработчик этой игры говорит, типа, Кент АПК, не заходи, не надо играть, Кент, не играй в эту игру. И она зависла, ребят, ну чё-то, конечно, ядрёная игра, даже поиграть в неё нельзя, капец. О, да, с миллионной попытки мы всё-таки зашли. Так, ребят, а как двигаться? Так, в этой игре даже нельзя двигаться, блин, ребят, великолепная игра, и по мне уже полчаса стреляет какой-то парень. Опа, был пацан и нет пацана, кстати, он смешно умирает. Слушайте, какая интересная игра. Какая интересная игра. Меня даже боты убить не могут. Убей ты меня, я не хочу в это играть. Ну ты можешь меня убить уже или нет? Ребят, я не хочу в это играть. Блин, это какой-то сумасшедший дом, честно говоря. Я вообще не понимаю, как у этой игры 4 звезды. Вот кто поставил 4 звезды этому? Я в шоке, ребят, я в шоке. А ну давайте по приколу гранату кинем. А, гранаты кидать нельзя, увы. Так. Смотрите, меня парень даже с метра не смог убить. Вот это он нуб. О, я получил одну гранату. Ну, хоть что-то хорошее. Второй левел получил. Спасибо. Ребят, и как вы думаете, что произошло дальше? А дальше опять все зависло. По доброй старой традиции, опять, ребят, эта игра зависла, и надо ждать миллион лет. И знаете, что самое обидное? Когда зависает данная игра, то у меня зависает весь компьютер. Ребят, я не понимаю. О, ребят, развисло! Но, рано радовались, опять зависло, ребят, как обычно. Знаете, вот у меня такое ощущение, что мой компьютер такой, типа, Кент АПК, ты что играешь? А ну выключи это говнище! И мой компьютер перестает просто работать вместе с этой игрой. Хотя, ребят, по сути, на эмуляторе гораздо выше производительность, чем на телефоне. Но,
не судьба. Ну, ребята, в принципе, на этом все. Пожалуйста, если вам понравилась подобная рубрика и вы хотите продолжение, поставьте огромный лайк. А лучше с двух аккаунтов, а лучше с трех, а лучше вообще с всех аккаунтов на ютубе. Но самое главное, подпишитесь и нажмите на колокольчик. Ребят, колокольчик хорошая штука. Если нажмите на колокольчик, завтра под подушкой найдете вторую подушку. Ну что же, с вами был ваш Кент и ПК. Всем удачи и всем-всем пока. Пока-пока.